Всем приветушки, дорогие друзья! Снова мы на фермерской долине, и у нас наступила осень. Смотрите, какая красивейшая заставочка вот тут вот осенняя. Так, а еще знаете, чем отличается осень от не осени? Тем, что утром встаешь, а тут именно ни свет, ни заря. Знаете поговорку «ни свет, ни заря»? Вот она как выглядит, ни свет, ни заря. Да, утром получается темно, значит, утром можно встретить тут зомбаков. У меня тут, слава богу, пока вроде никого нет. И я не знаю, почему я не засветил ничего. Кстати, Иркман мне говорил, что F4 можно нажать. Нет, нету здесь этого мода. Нажал я F4, ничего не получилось. Так, вот это вот тоже нужно как-то сносить. Значит, что мы тут имеем в результате? Мы тут имеем завядший урожай. Вот это все были помидорчики, видите, томаты. Это все нужно убирать сейчас будет. Так, это тоже были томаты. Это я уже посадил еще хэмп. Ну, эти самые. Коноплю, короче говоря, индустриальную. Хотя не знаю, она мне, наверное, совсем не скоро понадобится, ну пускай будет. Так, это тоже были помидорчики, это была кукуруза. Все это были предыдущего, так сказать, сезона продукты, поэтому они завяли осенью. Потому что осенью они вообще не растут. Так, поэтому это надо будет все убирать каким-то образом. Она это, кстати, будет тратиться очень много сил. Поэтому мы сейчас пока сэкономим время. Вот, сейчас я давайте вот что поставлю. Поставлю жариться камень, потому что мне еще нужно несколько камней. Так, где-то у меня тут был камень, вот 17, где-то еще был камень. Вот, 28, мне нужно 32. То есть еще 4 камушка пожарить. Сейчас мы поставим жариться. И потом пойдем дальше смотреть. Так, ну я побольше пожарю, потому что он, скорее всего, понадобится потом еще. Так, пускай жарится здесь. Так, теперь по поводу животных. Смотрим, что у нас по животным. Я купил еще одну корову. Я узнал, что если чесать корову постоянно, она тебя полюбит и будет давать больше молока. Ну как полюбит? Ты ей будешь нравиться. Я уж боюсь говорить слово «полюбит». Потому что это будет однозначно странно. Так, любит ли она меня сейчас? Не знаю. Не знаю, любит ли она меня сейчас. Вот, ну, надо чесать периодически. Так, вот мы подоили коровку, берем нашу щеточку и начинаем чесать. Так, ей тоже должно это нравиться. Так, да, это и понравилось, и это и понравилось. Не знаю, в какой момент я как бы доведу ее до этого самого, до полного счастья, что она мне будет давать больше молока. Не знаю, ну, наверное, овца тоже как-то вот будет больше давать шерсти. Вот видите, аж 3 сердечка выпало у нее. Так, хорошо, также мне сказали, что коров, наверное, кормить пшеницей не очень. Ну, вот этим, по-моему, кормить можно только овцу. Так, это не кормится, ну, потому что они уже поели. Так, но есть вообще для коров немножечко другой корм, поэтому... Надо просчитать, то есть сколько я за пшеницу получу, так скажем. Так, и сколько стоит корм для, вот оно, корм для, так, подождите, коутрит, щиптрит, нет, это угощение, типа, да? А, они, наверное, все едят вот такую солому, фодер, да? 20 этих она стоит. А если продать пшеницу, вот, кстати, надо сейчас попробовать одну пшеницу продать за сегодня и посмотреть, сколько это будет, ну, скажем, по деньгам стоить. Сколько стоит пшеница, короче говоря. А еще лучше продать хлеб. Ну, хлеб в 3 раза, как бы, дороже, по идее, должен быть. Так, сдадим одну пшеницу, вот, и на завтра посмотрим, сколько она будет стоить. А сейчас забираем наши камни и идем строить шахту, потому что без шахты вообще дел не будет. Где у нас камни? Есть... Камни есть, это есть, деньги есть. Сколько у нас там? 25 косарей, между прочим. Вот, ну особо много там на них не купишь, но все же. Так, друг, давай-ка у тебя купим... не то выбрал. Магазин. Майнинг Хилл. Да, это шахта, по сути. А шахту можно где-то построить. Сейчас мы, наверное, ее где-то поставим. Где-то поставим. Где-то, может быть, тут... Да вот, что тут гадать, вот у нас как раз место такое, типа низинки такое. Давайте здесь немножечко поубираем травку. А ну-ка вот, если она так будет стоять, как она впишется? Да, как будто тут и стояла. Не, чуть-чуть можно, да, чуть-чуть задвинуть еще на один клик. Еще на один клик, так, то есть вот не возле вот этой травички, а чуть дальше, да. Так, то есть вот это уберем, сейчас нет, не так. Так, вот так она стояла, да, а мы ее вот так поставим. А ну-ка, смотрим. Ну,
Ну, да. Вот так вот, наверное, мы ее и поставим. И сюда дорожку потом проведем. Так, она тут ничего не перекрывает нам. Отлично, она так вот влезла, прям как будто здесь и должна стоять. Так, с шифтом нажимаем, и все, и пускай он ее строит. Так, и мы пойдем посмотрим, что у нас из осенних продуктов есть. Так, шахту самое главное построили. Так, мне еще нужен этот самый кузнец. Кузнец нашего счастья. Так, что у нас там с USD? Так, ты сегодня работаешь, друг? Ой, а, я ему отдавал чинить мотыгу. Прикольно, он ее починил. Ага, а вот видите, тут здесь получается она прокачана на 72%, здесь всего на 1%. Надо прокачивать эту, чтобы потом ее можно было бы поменять. Вот смотрите, моя лейка прокачана на 100%. Вот у него я потом смогу с помощью меди ее апгрейдить. Вот так мне рассказали, по крайней мере, в комментариях. За что вам, кстати, огромное-огромное спасибо. Так, ну ладно, а мы продолжаем тогда наш день. Так, где там у нас семена продаются? Потому что ну, время-то нельзя терять на всякую ерунду. Так, что я полез вверх? А мне вверх? Да, мне вверх. Мне ж вверх? Нет, мне не вверх. Мне не вверх. Кстати, а я, знаете, вот тут вот ничего не беру, а зря, между прочим. Между прочим, зря. Никто за это не ругает, как оказалось. Так, что-то вот хлеб только не очень хочет, да? Ну, поэтому вот. Так, и мне нужна продавец семян. Где у нас продавец семян? Продавец семян. Ты ж работаешь? Я успел? Я успел, по-моему. Да, магазин. Отличненько. Так, у нас есть eggplant, у нас есть carrot, морковка, картофель какой-то sweet potato. Так, это, наверное, буряк. Трава, опять же. Вот, трава нам нужна для животных. Травы бы побольше купить. То есть зиму нужно перезимовать. С другой стороны, что там той зимы? У меня всего две коровы, одна овца. То есть это по 3 в день, ну 90, если у меня будет травы, то в принципе достаточно. В конце концов, ее можно купить. Поэтому, наверное, мы на нее тратить не будем. Вот пшеница дело хорошее. Она получается дорогая сама по себе. Да нет, недорогая. Трава дорогая. Но трава многолетняя, поэтому она и дорогая. Так, Industrial Hemp, это мы уже садили. Ну давайте вот эти культуры посадим, раз уж они вот как бы растут. Так, вот смотрите, дорогое что у нас? Может быть, давайте ее, потому что она 6 дней растет и дорого стоит. Есть морковь. Не, давайте-ка мы, наверное, наберем вот этого всего. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 6 дней всего растет. Это хорошее дело. Я на 3 грядки набрал. Сейчас мы 3 грядки освободим, 3 грядки засеем. И будет все хорошо. Единственное, что поесть надо. Так, а пока у нас там этот товарищ строит. Кстати, а почему мы к курям не зашли? Эу. Курям надо зайти. Да, курицам я забыл, потому что надо будет еще потом попродавать там их. Или мы заходили? Нет, не заходили. Так, вот такой у меня подход к курям. Эй. В чем дело? В чем дело? Что не забирается? О! О! Косой, главное. Можно косой забрать. Так, ребят, у меня вылупился цыпленок. Смотрите, видите, вон он маленький. О, бегает, смотрите, какой довольный. Вот, это вот из этого инкубатора, кстати. Когда он вырастет, не знаю. Вот, но жрут они конкретно. Вот эта вот штука уходит очень быстро, как оказалось, опять же. Так, вон, видите, сразу, ну, по 6 штук в день. Получается, с цыпленком уже и по 7, наверное. Так, а я коров подоил же. Что-то я уже подзабыл, с чего мы серию начали. Если честно. Так, где мой доильный этот самый? Да нет, я их подоил. Я же сюда, наверное, отложу. Где моя доильная штука? Я не знаю. А, вот она. Так, стоп, иди сюда. Я ж вас доил, ребят. Да, я их доил. Мы же серию с этого начали. Уже все забыл. У меня памяти никакой. Старый стал, как это, как дед какой-то. Если честно. Так, ягодки надо пособирать. Подоить ягодки чуть-чуть. Так, жалко, тростник нельзя есть. Так, вот надо сначала, наверное, еды набрать, а потом уже поливать, потому что, ну, потому что да. Так, и причем будем действовать так. Грядку убрали, грядку засеяли. Так, и нам еще понадобится вот такая мотыга. Так, это мы сейчас все пока откинем. Так, вот этой мотыгой мы, если что, будем работать, потому что ее нужно прокачивать. И вот, кстати, вопрос по поводу топора был. Но я понял, там один человек в видео показывал, что он вот этим топором рубил целое дерево целиком. Так вот, нет, там, скорее всего, вейнмайнер все-таки стоял у него на сборке. И я что-то тоже сам хочу поставить, если честно.
Так, вот эти камешки, наверное, пока сюда. Так, я хочу как-то место поосвободить, потому что что-то у меня прям много всего. Так, пшеничку пока сюда. Яйца мы сейчас продадим. А, я же вообще за едой пришел. Так, вот это мы возьмем парочку. Рыбку возьмем, потому что не ели. Так, у меня много чего нееденного. Так, это тоже одну возьмем. Так, это у нас тоже можно, кстати, взять. Мы это тоже не ели. Отличненько. Так, и у нас там, по-моему, что-то проблемы. Так, вот это мы отложим. Проблемы с водой. Так, это мы попьем. И еще попьем. Так, хорошо. Ну, тогда давайте займемся. Значит, эта штука, по идее, сразу 3 на 3 будет. Не, вообще не будет. Офигеть, только косой. А только косой, если это значит... Это значит... быстрый голод. К сожалению. Можно было бы, конечно, и рукой это делать, но уже ладно. Так, садим сюда. Правильно я посадил? Да, правильно. Так, так и так. Это у нас будет что там? Sweet potato. Так, ну я поставлю, я понял, что это потата. Potato. А, я не взял эти столбики, столбики, столбики. Без столбиков. Ну, надо просто знать, когда оно вырастет. Поэтому мне надо знать, когда оно вырастет. Так, яйца мы сдадим. А, мы же хотели проверить, сколько стоит одна пшеница, да? 19 901 у меня сейчас. Хорошо. Так. Стоп, не то я делаю. Вот так. Потато. Ага, потато на русском. Да блин. Потато. Посадили осенью 1 числа. Так, 6 дней растет. Плюс 5 получается, да? Ну, то есть 6 числа оно должно вырасти, по идее. Хорошо. Так, тогда срочно поливаем. Так, надо сейчас сначала срочно поесть. Блин, у нас уже вечереет. Кошмар, кошмар, кошмар. Я же не успею полить. Я просто-напросто не успею полить. Да, как фермеры справляются? Я не знаю. Это целый день этим только заниматься нужно, если честно. Ну, я имею в виду настоящие фермеры. Ну вот как так? Да еще корову тут, видите ли, чесать надо, она тебя, видите ли, не любит. Не, ну реально, вы вот себе представляете вот такую картину, да? Подходишь к корове подоить, она говорит, ты знаешь, ты мне вообще-то не очень нравишься. Вот тебе, я тебе, ну, пол ведра молока вот как бы сдаю, а дальше буду как-то это самое держать, ты с меня ничего не выдаешь. Ну, вот как вы себе это представляете? Хотя, может быть, оно действительно именно так, потому что что бы они тогда брехали нам, правильно? Что там корова, видите ли, нужно заслужить ее любовь. Я не верю в это. Вот, ну, может быть, оно действительно так. Так, что-то мы проголодались. Блин, и у нас уже вечер, привечер. Так, поели это. И давайте, что еще? Хлеб можно тоже поесть. Кстати, хлеб можно продать вообще-то. Да, надо как-то организовать себя в поход в какой-нибудь. Да пособирать что-нибудь у кого-нибудь. Вот такой у меня план, да. Пособирать что-нибудь у кого-нибудь. Так, вот это мы тоже польем. Так, ну лейку однозначно надо апгрейдить, потому что так дальше продолжаться не может. Хорошо, ну и давайте, наверное, так, вот это я полил, полил. О, кстати, у нас тут этот самый боб вырос. Фу! Часы? Зачем же они мне? Потому что ты ничего не успеваешь, вот зачем. Так, и давайте, наверное, эту тоже штуку уберем и посадим еще одну грядку этих самых. Что там, картошки. Так, убирается косой, конечно, быстро. А, вот и у нас помощники пришли. Где у меня тут что-нибудь? Лук. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пню. Ух ты, черт. Черт, я, наверное, это, слаб. Поэтому, блин, он мне тут это, грядку того повредил немножко. Так, ладно, надо быстрее сажать. Потому что день не хочу я этот пропускать. Я уже как Йода говорю. Надо быстрее сажать. День не хочу я этот пропускать. Так, ладненько, это мы полили, 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 полили. Надеюсь, мой строитель достроил шахту. Так, и у меня еще один набор есть, да? На какой же грядке мы это сделаем? Так, я там отметку не поставил. Наверное, на вот этой. Она у нас более-менее ровненькая такая. Так, это все убираем, убираем.
И сажаем, сажаем, сажаем. И я еще не подписал, да, ничего. Да, это дело такое. Ух ты, блин, тут у нас еще один идет фермер. Бывшим фермер. Вау-вау-вау-вау-вау! Блин, криперов вообще не люблю. Так, ладно, поливаем пока хотя бы, подпишем потом. Я думаю, я запомню, что здесь картошка. А, в конце концов, ее можно будет. Ну и то, что я ее первого числа посадил, я думаю, мы все вместе. Ух ты, блин, запомним. Тихо, 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 друг. Все, стой, стой и гори. Не, у меня меч крутой. Вау, что это было? Паук, паук, какой-то паук. Так, а что у меня там за это самое, за партиклы идут такие? Что со мной вообще? Регенерейшн на мне? Прикольно. Так, у меня кончилась вода в лейке. А сколько времени уже? 22:45. Я никогда так долго на свежем воздухе не гулял, если честно. Так, ладно, поливаем последнюю грядку. Вот, и валим, валим, валим. Где мой лук? Привет, зомбак. Так, все полили, это полили, это полили. А вот не полили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А это у нас трава, трава нужная. Травой мы будем кормить животных. Так, все здесь полито, так что можем спокойно отправляться в баньки. Опа. Ух ты, кто так быстро бегает? Кто у нас так быстро... Ничего себе. Эй, а ну иди сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что там с тебя выпало? Кости одни. Можешь побегать, зомби помочить. Тоже дело хорошее. Тем более с таким мечом. Да, можно было. Да если понт какой-то с них был. Понт это, знаете, когда что-то из них выпадает. Так, ладно. Дождь. Как я люблю дождь теперь, а? Вы себе не представляете. Раньше почему-то не любил. Так, 901 у меня было и стало 20001, да? 19901. 100 золотых за одну пшеничку. Согласитесь, это лучше, чем покупать. Ну, то есть это лучше продавать все-таки пшеницу, чем кормить ей. Потому что там за 20, да, продается сено. Я вот просто одного не пойму. Сеном питаются эти или не питаются эти? Привет, привет, привет. Я тебя вижу, подожди. Так, откуда вы такие быстрые-то, ё-моё? Тихо, тихо, меч, меч. Мне нужен меч. А чё они такие быстрые, а? Чего такие быстрые? Так, ладно, пошли, типа, начнем. Ух ты, ё-моё. Ну, иди сюда, иди. Иди, иди, иди. Ух ты, блин. Вау! Чик. 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 Ага. Блин, сейчас я сдохну, походу, с этими агаканьями. Давай уже рассвет. Позаметнее бы рассвет был бы. Так, надо поесть срочняк. Так, ладненько. Это мы забираем. Курицы. Несемся, не стесняемся. Так, где там? А я выложил все свои доильные аппараты там, да? Молодец. Ладно, ну я так думаю, что у меня уже готова моя шахта. Я что-то так думаю. Так, единственное, не нарваться бы ни на кого. Excuse me. А что это, блин, значит, а? Фу, я перепутал. Это не та яма. Это не была не та яма. Ой, чуть своего же строителя не завалил. Так, а ты что, друг, еще не достроил? Да, он еще не достроил. Ладно, обойдемся. Так, надо лишнее поубирать. Где там у нас кузнец? Потому что нам понадобится молот однозначно. Привет, друг. А ты со скольки там работаешь? Так, он работает с 10, то есть через час. Ну, пошли тогда попродаем все. Да, наверное, даже не попродаем, а подоим коров. И сегодня будем выяснять, сколько стоит молоко. Так, пшеница, надо хоть куда-то хоть записывать. А что записывать? Я и так записываю. Куда еще это самое лучше можно записать? Так, вот это вот я, наверное, получил в прошлый раз. С бобана моего. Так, это все. Вот это тоже убрать, это убрать. Шерсть убрать. Откуда у меня столько шерсти появилось вдруг? Так, это убрать. А, это я экспериментировал, как можно
эту самую щеточку вот эту отремонтировать. Вот, кстати, если знаете, как отремонтировать щетку, потому что ее явно можно ремонтировать. Она, видите, перестала работать, вот, но она не пропала. Значит, ее нужно ремонтировать, понимаете? Так, и сегодня мы будем экспериментировать, сколько стоит молоко. Вот если можно было продавать зомби-мясо, был бы смысл их убивать всех, да? Так, одно молоко всего лишь я хочу продать, и больше сегодня ничего. Так, яйца потом. Здесь вот напрашивается прям сундук. Не кажется ли вам, ребятушки, что здесь напрашивается сундук? Так, и верстак. А, верстак тут у нас и так уже есть. Так, так, так. И вот так. Да, двойной сундук. Напрашивался прямо вот тут. Так, и сюда мы будем яйца. Короче говоря, урожай будем сюда собирать. Угу, отличненько. Так, косой нам надо будет сбивать потом верхушки. Так что это чуть-чуть позже. Так, вот это... это что у нас? Ну, это пшеница у нас. Давайте поменяем на пшеницу. Так, есть... В принципе, можно ставить только даты, и так понятно, что это. Вот, наводишь и видно. Так, томата здесь уже на самом деле нет. Так, хорошо. И это тоже никакой не корм. Так, пшеница. Хорошо, это надо убрать. Так, а у меня еще есть семена. Я все посадил, да? Так, вот это здесь просто нужно поставить. Наверное, я буду ставить просто какое число, да и все. Так, наверное, будет еще проще. Вот, типа осень. Осень, блин. Осень первая плюс 5, да? Ну, то есть 6 дней она растет, то есть с 1 плюс 5, 6 числа собирать. Ну, просто чтобы знать. Так, ладненько. Хорошо. Значит, нам нужно что? Нам нужно молот. Молот, молот, молот надо купить. Опять же, сейчас давайте выгрузим, наверное, вот эту вот всю ерунду. Так, мы еще хотели коров пойти подоить. Тоже надо, кстати. Так, это я убираю пока. Это тоже. Так, доилку нам понадобится. Это пока тоже убираем. Так, часы мне тоже, наверное, не нужны. Кстати, для чего они могут использоваться? Ни для чего. Ни для чего. Так, все. И таблички пока. Вот таблички надо было там поставить. Ну ладно. Смотрим, что у нас там настроили. Кстати, во-первых, если он уже достроил, то он же должен показать, какие он еще рецепты может теперь нам дать. Так, друг, ты уже торгуешь хоть чем-нибудь? Не торгуешь. Вот, вот этот молот не нужен. 1000 стоит. Дороговастенько, конечно. Так, купили. Вот, если у него щетку можно купить, значит, ему можно же ее и дать починить. Need some tools? Step right up. Так, чат. If I could visit any country... I'll probably visit... Если бы мне, типа, довелось посетить какую-нибудь страну, я посетил Чехию. С Эшли. Кто такая Эшли? Ладно, не хочет он чинить мою кисточку. А зря. Так, и вот у нас уже шахта готова. Так, единственное, что у меня факелов никаких нет. Это плохо. Факелы нужны. Так, и вот тут у меня есть лопата с собой? Нет, нету. Ладно, обойдемся. Ну, там, в принципе, молот, скорее всего, понадобится больше всего. Ух ты, гляньте, как рядом с цветочком камушек. Отлично. Надо вокруг него еще камней поставить, да и все. Так, ну вот у меня есть настоящий уголь. Давайте его потратим на факелы, потому что, я так подозреваю, шахта есть шахта. В шахте будет обязательно темно. Так, хлеб не подходит мне для еды. Так, убираем пока. Так, это не подходит. Это тоже не подходит. Это не подходит. Ничего не подходит. Так, картошка подходит. Парочку картошки. И 4 яблочка возьмем мы с собой. Это убираем. Вот это тоже убираем. Это тоже убираем. Так, и мне понадобится, наверное, воды с собой взять. Что мне там с водой? Да вроде нормально, да? Так, что-то есть рыба, но я ее тоже ел уже. Курицу тоже ел. Кошмар. Все ел. Кстати, тут у нас же есть камень.
Нельзя ли нашего строителя заказать еще что-нибудь строить? Он же уже вроде как того закончил. А ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ух ты, блин, сколько у него тут много всякого интересного. Вот, например, Fishing Hut, хорошая штука. Давайте его заставим ее уже строить. Потому что мне как-то сильно надо. Так, сегодня пятница, завтра суббота. Этот товарищ в субботу не работает. И сегодня он работает, по-моему, до 3. Он же до 3 работает. Нет, до 17:30. Мы успеваем. Так, ему нужен стак дерева. Так и знаю, у меня его сейчас нету. Так и знаю, у меня его сейчас нету. Стака дерева 62. Вы же издеваетесь? 62. Два дерева рубануть. Так, слава богу, вот растет. Так, ладно, если уж рубить, так рубить все. Так, и всякие саженцы. Все, погнали. Сейчас мы его заставим эту самую. Ну, вы поняли. Fishing Hut это, короче, что-то типа. Блин, что-то я найти не могу. Типа рыбацкой какой-нибудь пристани, там, я не знаю. Так, а ну-ка, Fishing Hut. Бай. Пошли строить. Пошли, пошли, пошли. Так, у меня же есть озерце. Озерцо. Озеро. Озеро, да, есть. Вот. И поэтому тут как бы очень даже почему уже. Так, а как оно вообще выглядит? Эта штука. Так, ну что, прикольно выглядит. А, она все-таки типа Fishing Hut, это типа это самое. Это не то, что я подумал. Так, ну, в принципе, то, что оно будет стоять возле озера, будет, по крайней мере, весьма логично. Так, я единственное, что не пойму, где у него вообще вход. Так, а ну-ка, если. О! Убрать срочно. Так, где у меня эта штука? Вот она. Так, это мы уберем. Вау! Так, и как-нибудь так. Я не могу понять, где у него двери входные. Ага, вот они. Так нет, тогда не так надо ставить. А ну-ка, вот так тогда надо ставить. Так, а ну-ка. Чик-чик-чик. Вот как-нибудь вот так, наверное. О! Очень даже впишется, да? Да, ставим. Все, друг, иди работай. Так, я же его поставил, да, поставил. Вот, а мы полезем в шахту. Сколько времени? Уже 17:06. Кстати, интересно, в подземелье время идет? Потому что на самом деле подземелье это другой мир вообще. Полон тайн и неожиданностей. О, ура! Фу, шахта. Шахта. А, я убрал отсюда факелы, я думаю, что не ставится. Это наша шахта. Отличненько. Так, что это такое? Джанкор. Не знаю, что за джанкор. Ну, давайте подберем. Так, еще джанкор. Так, а это у нас еще ниже можно спускаться, да? Так, а что у нас тут? Ну, здесь в основном камни. Я бы хотел медь найти вообще-то. Я видел в видео, люди находят медь. Так, сейчас мы посмотрим, посмотрим. О, по-моему, это медь. Она родимая. Да, это медь. Да сразу две. Пять даже сразу. Круто. Так, а это все не медь, да? Оно, конечно, это тоже, возможно, надо собирать. Но мне нужна медь. Так, а ну-ка. А, надо, наверное, большие камни подбирать. Тогда в них будет больше руды. А ну-ка, вот такой, если, допустим, было 4, стало 5. Нет, не работает такая технология. Так, а где у нас правда это самое? Вот. Где у нас вообще правда? Вон и медь. Так, а интересно, сколько этой меди нужно, чтобы апгрейдить мой чайничек? Не чайничек, а этот. Поливалку, короче говоря. Вот у нас еще медь. Так, а мне еще интересно, здесь могут заспавниться? 19:23, да, время идет все-таки, как оказалось. А время идет. Так, и мне вообще не интересно, насколько глубокая эта пещера. Сколько можно вниз вот так идти и идти. Так, а что такое? Тоже копер.
Клево. Здоровые камни. Так, сколько у нас уже 14? Я вот не помню, может быть что-то около 20, по-моему, меди нужно, чтобы апгрейдить. Так что, наверное, слазим еще чуть-чуть ниже. А где еще чуть-чуть ниже? Выше нету, чуть-чуть ниже. Нет, есть, вон он. Так, и времени уже много. Блин, что делать? Знаете, какой замечательный мир. Лезешь и лезешь вниз. Так. А меди-то уже и нет. Так, а здесь вообще есть высота? Да, есть. Вот на 12 уровне мы, получается. Или нет? Нет, X из Y. Хм. Странно. Так, вот еще можно ниже спускаться. Вау. Что-то мне уже стрёмно, ребят. Я спускаюсь и спускаюсь. И меди что-то уже нет. Как-то... и факелы кончились. Нет, факелы не кончились, у меня их много. Так, вот еще ступеньки вниз. Где медь? Где же моя медь? Хм. Меди нет. Так, а ну-ка еще ниже спустимся. Последний раз. А, 200 уровней получается. Это я сейчас на 200 уровне. Так эта шахта вообще немеренная получается. Но чтобы ее всю пройти... Так, знаете, что я думаю? Я думаю, что спавнится меди какое-то количество. Так, чтобы ты много не нагребал. И поэтому больше скольки-то ты не наберешь. И на первых трех, наверное, уровнях там... А, вот еще медь. Решу. Забираю свои слова все обратно. Так, и вот у нас еще медь. Короче, пора уже идти назад. Надо попробовать все-таки впарить свою эту поливалку нашему кузнецу. Ну, естественно, как бы на следующий день. Ладно, сколько у нас меди? 23. Я думаю, что, наверное, хватит. Так, сейчас я, наверное, вылезу наверх, а потом мы вернемся. Фух, у нас уже началась пятница, ребят. Пока я был в шахте, началась пятница. Так, ладно. Надо подкрепиться, потому что сейчас неизвестно, что нас там ждет. Кстати, а что-то у меня с жизнью произошло. Интересное такое, а? А ну-ка. Нет, я больше не лечусь, конечно. Ну, жаль. Ладно, выходим. Ребята, сюрприз. Вау, вау. Меня аж тормознуло все на свете. Так, ночь, ночь, ночь. Надо быстренько идти спать. Но я так чувствую, что сейчас уже... Да нет, он до 6 утра. Ля, она стоит посреди ночи. Что за джейд такая... Стремная, короче, она какая-то. Так, слава богу, мы можем лечь спать. Так, я хотел посмотреть, сколько стоит... О, тоже 100. Молоко стоит 100. Запомнили? Все по 100, короче говоря. Ладно. Ладно, 100 это мало. 100 это мало, конечно. Так, где там наш кузнец? Со скольки он работает? По-моему, с 10, да? Как хорошо, что второй день идет дождь. Как же это все-таки хорошо. Можно просто забыть про огород. Знаете, они через окно друг на друга смотрят или не смотрят. Так, привет. А, собственно, смотри. Вот что. This is I can do. Please come back in 3 days. In 3 days? И забирай свой апгрейженный туз. Понятно. Через 3 дня. То есть, 3, 4, 5. 5 числа. Или 6. Или 6. А сейчас типа поливай как хочешь, да? Ну, не как хочешь, конечно. Сейчас, слава богу, дождь поливает. А можно просто ведро. Вот, кстати, у меня ведро с собой. Обменять. I'll have another water can. Ну, пожалуйста, тебе. Не прокачанная, но все-таки лейка. Ладненько, ладненько. Так, товарищ нам там строит. Молодец, конечно. В субботу работает, смотрите. Не побрезговал. Вот что значит. Заплатили, значит... Неважно, какая у тебя национальность, в субботу приходится работать. Так, ладненько, с этим мы разобрались. Зомбаки, идите сюда. Как же мне нравится, что у нас идет дождь.
Мы сейчас будем тут все убирать и так далее. Вот, а с вами на этом пока простимся, потому что и так уже наснимал. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели. О, у меня апгрейдился еще меч. У меня меч еще апгрейдился. Что там теперь у него есть? Извините, сейчас посмотрим сразу. И так, Fire, Frost, Poison. Durability Unlimited. Durability Unlimited. То есть он вечный. Разве не красота? Разве не красота? Надо лук тоже прокачивать, кстати, потому что пригодится. О, гляньте, криперы. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели, и всем пока.